Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» в студии Елизавета Хмелева. Этот проект называют «Нашим ответом Сколково». О том, как реализуется проект индустриального технопарка в Чебоксарах и как вообще обстоят дела в электротехнической отрасли республики, говорили на рабочем совещании под председательством главы республики. Специальная территория для новых производств, обеспеченная всеми необходимыми ресурсами. В Чувашии идет реализация амбициозного проекта под названием «Индустриальный технопарк». Капсулу в его фундамент заложили еще несколько лет назад. Однако затем работа встала. В январе этого года дело сдвинулось. Чебоксарские власти выделили под парк участок земли в 23 гектара. В ближайшее время организуют конкурс на выполнение работ по обеспечению территории необходимой инфраструктурой. Создание индустриального парка. Начало есть, разговоров очень много, поэтому решили собрать всех тех руководителей и организаций, которые работают очень эффективно в электротехнической промышленности. Министр экономического развития, промышленности и торговли Алексей Табаков заметил, в настоящее время разработана вся проектно-сметная документация. Экспертизу она прошла. Теперь предстоит поделить земельный участок между будущими участниками проекта. На сегодняшний день предварительно существует соглашение с 12 этими резидентами и, соответственно, 12 компаний, 12 земельных участков со средней площадью, как понятно, ну, чуть меньше 2 гектаров. Строительство начнется уже в июле 2013 года. По замыслу на таком обособленном и обустроенном участке свои высокотехнологичные предприятия построят представители малого и среднего бизнеса. Впрочем, речь на совещании зашла и о проблемах гигантов электротехнической отрасли. Итоги, скажем так, нынешнего года, они на сегодняшний день пока не столь впечатляющие. Уровень объема производства, индекс производства составляет на сегодняшний день по итогам 4 месяцев 95,6%, что, соответственно, менее 100 по сравнению с прошлым годом. Такое положение связывают с несколькими факторами – уменьшением числа заказов по сравнению с 2012 и отсрочками оплаты. В свою очередь представители предприятий пожаловались на то, что рынок запланила контрафактная продукция и на нехватку кадров. Этими вопросами в правительстве обещали заняться. Может быть, здесь вас как специалистов лучше всего подключить, где точно вот по каким специальностям надо сосредоточить. Очень охотно, я подчеркиваю, по бюджетным местам идет Министерство образования, даже не наше, чувашское, а Российской Федерации, вот на такие вот обращения. Сегодня здесь есть конкретная уже подвижка. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. В Чувашии выбирают лучших экспертов года. Конкурс проходит в республике ежегодно. Сейчас конкурсная комиссия принимает заявки от предпринимателей, а к 19 июня выберет победителя. Вся информация о конкурсе размещена на сайте Минэкономразвития республики. Между тем, вопросы о том, как развивать экспорт и усиливать свои позиции на мировых рынках, звучат все громче и острее. Предприниматель Алексей Морозов – один из давних экспортеров Чувашии. Его малое предприятие поставляет на рынок запчасти для ткацких станков и сами станки. Покупают у фабрик старые машины, модернизируют и отправляют на экспорт в Узбекистан, Таджикистан, Молдову, Турцию, Пакистан, Ирак и Иран. Таким товаром там интересуются небольшие компании, рассказывает предприниматель. Мы начинали работать только это в 90-х годах. Вот. По сути, практически вся промышленность стояла. Тут нужно было находить новых партнеров, как-то выживать. Ну вот и приходилось ездить конкретно на каждой фабрике, то есть ездить в Восточную Европу. А потом уже потихонечку начинали искать партнеров, скажем так, в Средней Азии. По данным Центра экспортной поддержки, таких успешных экспортеров в сегменте малых и средних предприятий у нас более 100. В общем, неплохо. Для сравнения, в Мордовии около 15, Удмуртии где-то 6-10. Что касается внешнеторговых партнеров, у Чувашии их свыше 70 стран мира. Крупнейшие при экспорте – Украина, Куба, Литва, Италия, Кипр, Узбекистан, Молдова, Алжир, Индия, Киргизия, Германия. Ну а существенную долю в экспорте занимают машиностроительная и химическая продукция. Соответственно, от самочувствия производящих такие товары предприятий зависит внешняя торговля региона. В обмене товарами у республики сейчас дисбаланс. Если говорить о таможенных показателях, да, внешнеторговый оборот сегодня имеет для республики отрицательное сальдо, то есть значительное преобладание импорта по отношению к экспорту. Но если подвергнуть анализу детальному, что мы импортируем, что мы экспортируем, мы видим, что в первую очередь это связано с тем, что, опять же, возвращаясь к Хивель, да,
очень много ввозилось технологичного оборудования в последние годы. Полностью оно ввозилось из рубежа. Шла модернизация целого ряда наших предприятий, таких как Акунт, тоже не секрет, целая фабрика построена, оборудование там имеет иностранные корни. Вот, и все это, в общем-то, ложится вот на внешнеторговый оборот. Экспорт рос медленнее, а в каких случаях даже снижался. Экспорт замедлился, но нужно учесть, что из статистики выпала взаимная торговля между Россией, Казахстаном и Белоруссией, что сказалось на итоговых цифрах, уточняют эксперты. С 1 января 2012 года мы подписали соглашение о едином экономическом пространстве, то есть у нас таможенные границы теперь перенесены на границы Казахстана и Беларуси, и, соответственно, мы, можно сказать, присоединились к зоне свободной торговли. Экспортеров государства уже поддерживают рублем. Им компенсируют часть затрат при участии в зарубежных выставках и ярмарках, при уплате процентов по кредитам и так далее. Но экспортный ренессанс пока в мечтах. Что еще нужно сделать, по какому пути пойти, будут говорить участники предстоящего 6-го экономического форума. В его рамках пройдет бизнес-саммит по проблемам выхода на внешние рынки. После вступления в ВТО некоторые вопросы, особенно в области свиноводства, они уже даже озвучиваются на самом высоком уровне. И как раз представители из научных институтов с Украины, те, кто ВТО чуть побольше нашего, уже, да, то есть и столкнулись с этими проблемами в области свиноводства пораньше нас, и будут обсуждать, вот, ну, скажем так, вот эти вот перспективы этого развития. Между тем, региону нужно развивать сферу услуг, и в этом заложены новые возможности. Важно дальше диверсифицировать товарную структуру экспорта. Практически создан медицинский кластер. К сожалению, вот пока статистика по медицинским услугам она не учитывается, но мы очень много иностранцев лечим. У нас очень сильно развивается сфера IT-услуг. Мы занимаемся разработкой программного обеспечения. Вот. Все это говорит о том, что если даже мы не сможем производить или мы не сможем найти те отрасли, которые дадут эффект уже завтра-послезавтра, то у нас есть сфера, которую мы будем развивать параллельно. Спасти экспорт призвана специальная дорожная карта. Она утверждена президентом страны. Ставка в этой карте делается на диверсификацию российского экспорта и повышение доли высокотехнологичной продукции. В конце мая документ рассмотрят и обсудят в регионе. Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Николай Яковлев, Республика. Пожалуй, в каждом втором дворе можно наблюдать такую картину – тротуары, газоны и клумбы. Они стали постоянными местами для парковки автомобилей. Специалисты отдела ЖКХ Ленинского района практически каждый день оставляют повестки на железных конях правонарушителей. Но, похоже, работа не имеет ни конца, ни края. Я приехал на доставку букета. Встать негде. Вплоть там вот от автомойки, начиная. Проблема большая, причем постоянно. Но стоянки нужны, парковки нужны. Ни для кого не секрет, что количество автомобилей на городских улицах с каждым годом возрастает. И проблема парковок волнует не только водителей, но и доставляет неудобства многим жителям города. Мне, как жительница Чебоксары, очень неприятно, что тут много очень постоянно машин стоят. Ни утром, ни вечером прохода нет для других транспортов, для общественных. Ни подъехать, нечего. Если у них есть организация, поставили свои площадки. Очень безобразно на улице нашем. Это все-таки наш центр города. Машины на газонах выстраиваются как перед предприятиями, так и в жилых дворах. Сейчас мы обнаружили административное правонарушение, предусмотрено правилом внешнего благоустройства. Автовладельцу оставлена была повестка, по которой ему необходимо будет подойти в администрацию Ленинского района для составления протокола. Протокол будет рассмотрен на административной комиссии. Каждую среду у нас рассматриваются эти протокола в 13:30. Вот. И после рассмотрения данного дела будет вынесено решение. Либо предупреждение, либо штраф в размере от 500 до 2000. Но, похоже, нарушители не пугают ни штрафы, ни предупреждения. Водители продолжают оставлять машины по принципу «здесь удобней и ближе».
За 2011 и 2012 год на территории Ленинского района построено парковок по 71 адресу. Количество машиномест составляет 605. В текущем году данные виды работ будут продолжены. На территории Ленинского района определено 19 дворовых территорий, где будут обустроены гостевые парковки. Общее количество машинных мест в этом году составит 153. Администрация района определила адреса, где будут оборудованы современные парковки. Где-то уже в ближайшее время приступят к работе. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. К другим темам. Этих специалистов и так было немного, а может не остаться вообще. В интернете появилась информация о том, что в следующем учебном году ЧГУ не будет набирать студентов на первый курс факультетов журналистики, а также русской и чувашской филологии. Накануне ситуацию прокомментировали в Министерстве образования Республики. Вероятно, во всем виновата техническая ошибка. Именно из-за нее, по словам министра образования Владимира Иванова, и возникли проблемы с бюджетными местами на факультетах русской, чувашской филологии и журналистики. С учетом того, что это все-таки федеральный университет, и они участвовали в конкурсе на получение бюджетных мест, в том числе и на гуманитарные специальности, включая чувашскую и русскую филологию, техническая сложность, там проблема возникла, ошибка. Дело в том, что в документах, которые пришли на адрес университета, среди факультетов с бюджетными местами эти гуманитарные специальности не числятся. Проблемы подготовки кадров для Национальной Республики не будет. Не все специальности, не все бюджетные места указали в письме, которое пришло в адрес университета. Факультеты попросту забыли включить в список или есть другая причина, пока неизвестно. Так или иначе, сейчас в этом деле разбираются специалисты Министерства образования России. В самом ВУЗе ждут ответа из федерального ведомства. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика. Завтра, 23 мая, в Чувашии пройдет открытое родительское собрание в режиме онлайн. Во время видеоконференции специалисты Минобразования, Мининформполитики, Ростелекома и сотовых операторов обсудят, как сделать отдых детей в дни школьных каникул максимально безопасным и интересным. Родительское собрание начнется в 17:30. Адрес для подключения к собранию можно уточнить на сайте Минобразования Чувашии. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь до завтра. Сразу после нашей программы вы увидите дневник Чебоксарского кинофестиваля. До свидания.